Как обычно, использую перловку, пропитанную в аттрактантах с сайта авторскаяприкормка.рф. Кто хочет из простой перловки сделать очень уловистую насадку, которая лучше, чем мотыль и опарыш, все ссылки в закрепленном комментарии. Также не забудьте подписаться на наш Яндекс.Дзен канал. Там выходит много видео с рыбалок, где я показываю, как много можно рыбы поймать благодаря моим личным секретам и также тем аттрактантам, которые я делаю для вас своими руками, которые всегда можно купить на сайте авторскаяприкормка.рф. Желаю всем приятного просмотра. Если вам нравятся мои видео с рыбалки, также подпишитесь на Яндекс.Дзен, там они выходят гораздо чаще. Блять, уж попал этот опять вон.